Лактовит артеолы. Если в желудке непорядок, страдает весь организм. Чтобы восстановить нормальную микрофлору в кишечнике, рекомендуется прием пробиотиков, лекарственных средств, содержащих живые микроорганизмы. Один из широко известных пробиотиков – лактовит форта, в состав которого входят два вида лактобактерий, а также витамины В9 и В12. Как показывают отзывы покупателей, препарат обладает высокой эффективностью, к тому же радует доступная цена лактовит форта. Показания. Пробиотик назначают при дисбактериозе и колитах. Согласно инструкции, препарат также показан при лечении диатезов у детей, в составе комплексной терапии при воспалениях гениталий. Рекомендуется для применения в гинекологии, при подготовке беременных женщин к родам. Применение. Лактовит форта подходит детям и взрослым. Обратитесь к специалисту, чтобы он назначил вам лечебную или поддерживающую дозу. Стандартное назначение для взрослых и детей от 14 лет – по 2-4 капсулы в день. Маленьким пациентам от момента рождения до 2 лет выписывают по 1 капсуле в день, детям до 14 лет – по 2 капсулы. Лечебный курс может длиться 3-8 недель, поддерживающая терапия – до 2 месяцев. Побочных явлений при использовании лактовита не выявлено, единственным противопоказанием является гиперчувствительность к компонентам препарата. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь и включите колокольчик, мы регулярно публикуем новые видео. На сегодня все, удачи всем, пока-пока.